И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую замечательную RPG 2002 года, как Divine Divinity, и в общем-то, в предыдущей серии мы почти попали в Орочью засаду, ну, мы, естественно, знали, что она там будет, потому что мы же не идиоты, когда золото дорожкой раскинуто, мы же понимаем, к чему это все ведет. В общем-то, не смогли мы завалить самого крепкого товарища из них, но мы это сделаем попозже, когда чуть-чуть прокачаемся, когда наши атаки станут более смертоносными. Но зато мы прокачались, у нас 7-й, что символично, уровень, и, в общем-то, я хочу подвинуть этот камушек. Сюда он не мешает здесь. Здрасте, Харам. Да? Могу я чем-нибудь помочь? Ты знал, что в Паречи свирепствует неизвестная болезнь, и от нее нет ни лекарства, ни другого избавления? Да, мы слышали об этой напасти. Ланилор хочет отправить в Паречи нескольких целителей, и меня в том числе. Однако путь представляется небезопасным из-за орков. Поговори с Ланилором, если хочешь помочь нам. Ну да, мы их там должно будем сопровождать или что-то вроде этого. Точнее, сможем предложить им свои услуги, но пока что мы этого делать не будем, потому что мы сами сопляжу еще те. Так, а что ты, кстати, продаешь? Ну, логично. Так, сколько у нас всего вообще? У нас 400 деньгов. Нет, мне показалось. Я постоянно, когда вижу вот это, я первый раз, кстати, когда чуть-чуть, ну, тестила, скажем так, игру, изучала ее. Я думала, что это деньги вообще. Вот здесь я как бы на это не смотрела. Смотрю 1300, думаю, ох, как у него много денег. А потом только обратила внимание, что ни хрена. О, видите, сколько это хрена у нас стоит? Вообще. Так, ну ладно, продавать нам особо нечего. Единственное, что к тому товарищу можно сбегать, который там у нас в домике. Рад вас снова видеть. Уверен, вы пришли не на качество моих товаров жаловаться. Однажды я показал гному мои лопаты. Так он долго не мог выбрать, какая же лучше. Да, конечно, печелька. Ух ты. А, это арбалет, господи. Что-то у него не обновилось пока, нифига. Ну ладно, пойдемте тогда в катакомбы. Хотя, ну, откроем сколько сможем, потому что они на самом деле очень такие долгие. В РПГшках старой закалки, вроде этой, подземелья всегда очень продолжительные. На север нам нужно все дело повернуть. Ништяк. Подождите, я дам вам одну вещь. Что это? Я рылся в вещах у себя дома и нашел вот эту вещицу. Возможно, она вам пригодится. Примите ее в знак благодарности за все, что вы сделали. Похоже на пирамидку. Для чего она? Эта пирамидка окружена сильным магическим полем. Где-то в Ревелоне затерялась ее совершенно точная копия. Если вы правильно воспользуетесь своей пирамидкой, она принесет вас к своему близнецу. То есть я полечу по воздуху, как камень из рогатки? В каком-то смысле да, но это не опасно. Это как если бы вы перенеслись на несколько лиг, сделав лишь один шаг. Если вам понадобится убежать от опасности, пирамидка вам здорово поможет. Да и расстояние она неплохо сокращает. Ну и где же другая пирамидка? Если честно, сам я даже не пытался ее найти. Гиуфингол. Копия может быть где угодно, так что первый раз активируйте свою пирамидку с большой осторожностью. То есть я могу оказаться в гуще орков или вообще на дне реки? Боюсь, примерно так. Но кто знает, возможно, вы натолкнетесь на вторую пирамидку во время путешествий. Это была бы бесценная находка. Странный дар, несомненно, очень ценный. Спасибо. Интересненько. Ну чё, может, активируем прям тут? Нам, конечно, сказали с осторожностью, но кто не рискует, тот не пьет, правильно?
хоть где-нибудь тут. Ну, как говорится, с Богом. Так, где она? Господи. Это апельсин. Где мой... А, вот она, господи. Телепортационный камень. Если я еще хочу сюда вернуться, второй камень нужно оставить тут. Да сейчас все будет, подожди. Так, через что там? Ага, вот через это. Так, вот это надо сюда куда-нибудь. Может, сюда куда-нибудь убрать? Ну-ка. Здесь, конечно... Надо аккуратнее как-то... Ой, ой, не туда, не туда. Ага. Угу. Ага, вот так вот у нас будет теперь все. Так, хорошо. Самое прикольное то, что можно, в принципе, вот так вот убрать. Ну, как бы, ладно, не будем так делать. Так, тут убираем. Так, ну что, бросаем пирамидину? С Богом. Стоять. Не подходи ко мне. Пошел вон. Фух, ладно. Это наша пирамидка, если что, лежит. Так, ну что, можно походить, в принципе, тут. Скелеты, это, конечно, товарищи такие. Те еще, точнее, даже. Так, правильнее сказать будет. Но мы, в принципе, неплохо с ними справились. Может быть, имеет смысл походить здесь немного и посмотреть, куда мы вообще попали. Хотя бы примерно знать. Музыка тут вообще офигенная. Они сдыхают с одного удара, да? Что-то я как истеричка по два раза в них стреляю. Спокойно. Атмосфера тут в локациях вообще выдержана просто на, не знаю, на 10 из 10. Кстати, я заметила, что эффекты неплохо бы вообще понизить вообще, потому что что-то как-то все плохо. Мне какие-то грюмкие. Либо я тихо говорю, потому что у меня горло еще болит. Спокойно. О, камень портала. Я не буду сюда пока наступать. Мало ли куда отнесет. Ну, я вообще знаю, куда он отнесет. Он отнесет. Просто я не хочу на него наступать. И чтобы вам показать, просто скажу то, что он отнесет в подвал, как это ни странно, к Морендиум. Мордейни, постоянно забываю, как его звать. Короче, туда. Непонятно почему. Угу. Так, у нас были отмычки. Давайте взлом замков-то применим. Если, конечно, применится. Еще заперто, да? Не хватает, что ли, навыка? Я так думала, знаете, сперва то, что надо держать, но, по-моему, это бесконечно. Нужно второй раз кликнуть, чтобы эффект какой-то произошел. Но, по-моему, нам просто навыка не хватает. Ладно, вернемся сюда потом. Будем знать. Хорошо, что отмычки не тратятся, если не получается взломать, потому что, ну, как бы... Ну, вы поняли. Замечательно. Естественно, эту пирамидку как-то можно забрать? Ну, то есть поднять с земли? Вот этого я не знаю, у меня не получалось, честно говоря. Конечно, попробую. Нет, нет, слушай, милая, ты что-то не то делаешь. Не, ну... Ну, нет, видите, правая кнопка мыши что-то не работает. А если я нажму вот так, она переместится, да. Значит, поднять нельзя. Где бросил, там и лежит.
Если все-таки можно подобрать ее как-то, вы мне это напишите. Вот это мне напишите. Так, ладно, катакомбы. Те самые злосчастные, в которых, точнее, после которых Морений. Мордений как-то мало. Как-то мало. Мордений. Потерял рассудок. Может, ты книжку откроешь? Мне очень надо. В древние катакомбы уж много лет не ступала нога живых существ, и даже я, Мордений, не осмелюсь войти туда. Я велел своим ученикам запечатать вход, ибо почувствовал зловещие эманации, исходящие из недр катакомб. Никто из храбрецов не вернулся, чтобы рассказать о природе зла, поселившегося там. Но в самом дыхании подземелий есть признаки некоего могучего волшебства. Я отписал герцогу Ферреллу в штормовой замок и просил отправить несколько отрядов в Валерод, чтобы разобраться с этой напастью. Увы, герцог игнорирует мои послания. Эта книга должна стать предупреждением всякому, кто идет сюда. Возвращайтесь, пока не поздно. Пытаясь разгадать тайну этого ужасного места, мы потеряли полдюжины достойнейших людей. Пусть эти смерти будут последним на счету... будут последними на счету проклятых катакомб или проклятых катакомб, и да упокоят боги души усопших. Подпись Мордений. Это, конечно, очень пугающий. И вообще. И прежде чем, наверное, сюда идти, имеет смысл подняться наверх и пойти отдохнуть, прежде чем суваться куда-либо. Туда бегу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, замечательно. Как раз выйдем из катакомб. Под утро. Когда обычно происходит в Скайриме в том же. Или в Моровинде. Или еще где-нибудь, где имеет место быть открытый мир. Дверь под замком. Здесь еще и заперто, ты посмотри, а. И тут мне навыка не хватает. Да ладно. Ну нет, ну открой. Пошли мы такие, ага. Надо было сперва попытаться открыть. Ну открой, ну пожалуйста. Не, наверное, все-таки. Ну вот. Я так старалась. Так готовилась. Ну ладно. Пойдемте тогда зачищать окрестности от орков. Печалька, конечно. Сходили в катакомбы. Ну, что поделать. Может, на что-нибудь наткнемся интересное. За пределами. Всей деревни. О, господи, иду. Так, у нас там... Нет, я туда не пойду. Там же у нас чуваки. Так, я уже вижу это туловище, которое тут пытается скрыться. Побежал-то, господи. Как бы сейчас не наткнуться? Кто-нибудь? Так, слышу, слышу, но не вижу. Вот теперь вижу. Вот кольчужка. Три раза на них. Угу. Хорошо. Что у нас? Вообще. Вот, отлично. Броня 70. Броня 40. Понятно. Я же говорю, найдем рано или поздно. А, сила 30, блин. Непруха. Ну ладно. Нам, конечно, на самом деле, от этой брони, вот честно, вот... Вот вообще... Ни горячо, ни холодно будет, когда мы получим щит. Видите, этот ходит, он на нас не нападает. Нападают вот эти полудурки. Но своим бубном их то ли зачаровывают, как-то, может... Эти... А, он лечит их своим бубном. Вот оно в чем дело. Да-да-да, когда я ему снимала какое-то конкретное количество здоровья, он свой бубен этот стучал, барабан точнее,
бубен, барабан, и лечился. Паразит такой. Лысая свинья в нашем стане. Все назад. Это моя добыча. Да-да-да, все назад. Не подходи. Ой, какой резкий-то. Ой, ручей вождь. Что-то мне терзает смутные сомнения, что надо держаться от него подальше. Ну, какое-то время, по крайней мере. Вот, вот почему я взяла заморозку, потому что в такие моменты она, конечно, выручает вообще страшно. Так, сейчас подлечимся. Это чё? Чё он делает? Непонятно. Зелье силы возьмем. А чё меня никто не атакует? А чё так? Я его убила, что ли? Мне казалось, он жив был. А, его убила, смотри-ка. Так, не надо ко мне подходить. А я чё тут... А... Ну ладно. Мне казалось то, что он еще жив. Интересно кино. Ну ладно, нам же лучше. Алло. Оставшийся. Ой, больно что-то. Что-то как-то мне... Так, мне кажется, пора лечиться. О, на стрелков два раза достаточно. Главное вот в этого полудурка не попасть, потому что он тогда сагрится на нас. Это будет не очень приятный. Скажу вам. Так, грибочки. Он там все бьет свои барабанчики. Ау. Однако, здравствуйте. Ой, господи, я думала, я сейчас в него попаду. Хорошо, этот орк дурной встал там. Моя внутренняя энергия иссякла. Мне надо восстановиться. Сейчас все будет. Все, из вас ничего? Нет, ничего. Естественно, я не смогу поспать, да, около него. Ну, конечно. О, здесь вход в пещеру. Блин, если бы ты тут не околачивался, было бы вообще... Эй, человек, ты тут. Марок хочет с тобой разговор. Убери оружие. Как тебя зовут, орк? Ты глухой или тупой? Я Смарок. Я сильный вождь. Этот клан. Чё тебе надо, орк? Я эти други в поисках волшебный топор, ясно? Имя топор рубило. У нас нет рубила. Мы хотим рубила. Ты помощь? Помогать орку? Я с большим удовольствием раскрою орку череп. На самом деле с ним не стоит ссориться. Он нас положит вообще на раз-два. И нам потом прохода здесь не будет. А нам здесь еще стоит походить. Это что, какой-то особенный топор? Ты балда, не топор, а рубила. Ясно? Ну, я поищу, а потом продам. Ищи, ищи. Я и други ждем пождем. Я нашла топор. Хорошо. Так, золото. Можно возьму? Спасибо. Это, кстати, часть катакомб, которые являются вот катакомбами под Орелотом. То есть они все связаны, как вы можете видеть по, ой, по мини-карте, ну или вот по большой карте. Ой, нет, нет, подожди, открой мне карту. А, мне тут не... А, нет, подожди, вот она. Ну, короче, вот здесь вот, здесь вот будут проходы, нам их все предстоит еще открыть. Все, потом. Волшебный сфер. Ну, что-то мне открою, хотя... Не, не, нет смысла, я думаю. По крайней мере, пока. Помнится, эта дверь открывается с помощью какого-то рычага. Это будет потом. Что-то зря, конечно, сюда спустилась. У меня маны нифигашечки не осталось. Дрести. До свидания. А чё ты не упал-то с первого раза? Лови. Они, по-моему, падают
Стопудово, в смысле, падают с первого раза, а если я издалека, ну то есть с эльфийским зрением. Здрасте. Книга. Кажется, это часть дневника некоего Грегора Барсука, бывшего бывшего солдата, ставшего наемным телохранителем. Тетрадь, которая и сильно... Тетрадь старая, господи, и сильно повреждена. В некоторых записях говорится о некой Сильвене. Похоже, он нанялся охранять эту женщину, но сбежал, когда по дороге в Веридист на нее напали разбойники. Сильвену смертельно ранили из-за моей трусости. Бандиты забрали деньги и просто проткнули ее мечом, оставив умирать. Когда я вернулся, она все еще была жива, хотя жизнь утекала из нее на глазах. Почувствовав мое приближение, она протянула ко мне руку. Я склонился к ней, желая поддержать, но стоило мне приблизиться, как она схватила меня за волосы и медленно с превеликим трудом проговорила уже проклятие. Ты оставила меня на произвол грабителей, Грегор. Ты не исполнил долга и не защитил меня, и я проклинаю тебя. За подлое предательство ты заплатишь суровую цену. Ты будешь охранять мою статую так, как не умел охранять меня саму. Ты останешься при моем изваянии и при жизни, и после смерти. И только если ты найдешь кого-то, кого ты сможешь защитить, проявляя храбрость, не заботясь о себе, мое проклятие спадет. Остальная тетрадь сильно повреждена, но еще одну, последнюю, запись можно разобрать. С момента ее смерти меня каждый день влекло к могиле со статуей. Теперь жизнь моя близится к концу, и я пишу эти строки, зная, что они станут последними. Боюсь, что даже смерть не освободит меня от моего обязательства. Я молю, чтобы однажды я смог проявить доблесть, освободиться от проклятия и обрести забвение. Прости меня, Сильвена. Ну, вообще-то... Страж мой, услышь меня и явись на зов. Ты однажды подвел меня, но с лихвой оплатил предательство. О, страж, мой неверный защитник, подведешь ли ты меня снова? Сбежишь ли ты, как тогда, когда твоей госпоже грозила беда? Неужто ты не хочешь разорвать узы проклятия и обрести последний приют? Такой пафосный момент испортил. Клянись, что на этот раз ты приложишь все силы и защитишь того, кого взялся защищать. Не сбежишь при виде опасности и отдашь себя всего, чтобы исполнить долг. Только так ты заслужишь вечный покой. Теперь, доблестная дева, у тебя есть защитник. Мой неверный слуга будет сражаться за тебя, пока ты остаешься в этих катакомбах. Вот, спасибо. Ну, на самом деле, этот Грегор Барсук, он крайне сильная собака. Такая, что просто, на самом деле, его помощь будет нам неоценима. И, в общем-то, в принципе, он мне нужен по большей части только для того, чтобы он избавился от этих орков, которые там стоят, потому что их задание я выполнять не собираюсь. Там можно им, конечно, топоры поприносить, которые мы найдем там впоследствии, и они будут говорить, что нет, это не тот топор, не тот топор. Не знаю, есть ли вообще этот топор, вообще существует ли он. Так я его и не нашла. Просто хочу что-то зашатали конкретно. Что-то как-то до этого он мне больше помог, когда я первый раз шаталась тут. Ладно, он покоцал вот этих. Они просто сразу на него что-то так набросились, сволочь. А до этого он как-то по одному их так умудрился выпилить. Ну ладно, на самом деле, сейчас вот досмотрим, что тут есть. Блин, придется все-таки локать. Так, интересненько.
Дрожащий Гораций, чтобы ничтожные лекаришки не проникали в мои рабочие кабинеты, я создал в катакомбах 3 пентаграммы. Чтобы открыть проход в тайные покои, на каждую из пентаграмм нужно поместить волшебную сферу. С нижайшей преданностью Фелерон Бестрепетный. Ну, эти сферы раскиданы по этим катакомбам, как вы понимаете. И по этим катакомбам придется пройтись, чтобы... Ну, по всем, в смысле, по всем вот этим вот коридорам, а не только по тем, которые нам открыты. А, в общем-то, их придется искать, чтобы пройти. Ну, что ты мне портишь? Мне так мало, нифига не осталось. Дайте мне левел-ап. Конечно, еще не скоро будет. Здесь тоже будет закрыто. А, ну да, это же тайный проход, там все дела. Блин. Ну да, точно, если из тени... Ой, зачем я это сделала? То они с первого раза умирают. Если как-то, когда они уже более-менее в поле зрения попали, вот видите, закрыто. Откуда тут взялся-то вообще? Так, мы палочку свою, выручалочку достали, которая нам вообще не помогает. Ну, в общем-то, да, нам нужно качать этот самый взлом, чтобы взломать хоть что-то вообще. Хоть одну дверь. Потому что отмычки-то у нас есть, как бы. Блин, как вас тут много. Ой, опять ты. Иди ты в сад, а. Бегает за мной. Сейчас он бегает за мной, потому что хочет убить. Или потому что хочет в барабанчик свой стукнуть. Ты ему по барабану, ты тоже настучать могу. Меня доводить нельзя, я же бешеная. Я летсплей делаю, по-моему, это про меня уже все просто говорит сразу же. Отлично, мы отдохнули. У нас там уже полудурок по нашу душу идет. Смертник. Где ты? Вот, ой. Ой, они все догнали меня. Ты посмотри, какая прелесть. Сейчас мы как-нибудь так встанем, чтобы их поудобнее было встречать. Ну-ка, я его все-таки... Не, не замочу. Хотя... Не, видите, еще слабовато с него здоровье. Хотя... Если его заморозить... Ой, не то дело. Потом быстро. Не, нормально. Получилось. А, отмычки. Золотое колечко. Идемте посмотрим на него. Что это там за золотое кольцо такое в нос? Рад вас снова видеть. Уверен, вы пришли не на качество моих товаров жаловаться. Однажды я показал гному мои лопаты. Так он долго не мог выбрать, какая же лучше. Так, давай вот так. А, нет, подожди, я забыла нажать. Так, а теперь определялку мне включи, пожалуйста, и вот скажи мне, что это такое? И кольце. -25. Проклятое золотое кольцо. Нифига себе. Нормально вообще? Ну, черт, убытки одни. Сука, денег потратила на то, чтобы определить. Может, правда взять определение, знаете? 4000 железнокованный посох потрясения. Правда... А чё он делает? А, удушье. А почему он так дорого стоит, простите? Он по факту ничего такого не делает. У него урон 5-10, плюс 1 к силе. Не сказала, что прямо там много. Стганна. Ну ладно, подождите, пока не буду ему отдавать. Уж больно дорого стоит. У него денег-то, посмотрите, это смешно просто. Так, подожди. Давайте сравним, что у нас и как. 80, 80. То же самое, понятно. По ножке можно продавать.
Вот так ты будешь уничтожить. Сильно схавал. Чтоб не занимал. Ну ладно, допустим. Так, хорошо. Ладно. Где там еще кандидаты были? Нам чуть-чуть совсем до левелапа осталось. Ну, относительно, конечно. Но... Ой, зря я поспала, конечно, сейчас. Надо было потратить ману, а потом поспать. Не-е-е. Ну ладно. Сейчас пробежимся, посмотрим. Ой, здрасте. Ой-ой-ой, что это вы такие дерзкие-то? А, надо, тебе ж 3 штуки хватает. Так, ну это край карты. В принципе, когда вот такие густые леса идут, это все, это край. Поэтому как бы да. Ну чё, кто-нибудь? Я тут иду, ищу. Кого-нибудь. Надо думать, что взять. Либо этот самый. Взлом замков, я думаю, придется взять. А, им даже 2 нужно. Слушай, какая прелесть. Ну, когда 2, когда 3. Ладно, я пока сюда не буду бежать. Это мало ли что вылетит. Что это? А, это я их убила. Будем потихонечку так карту приоткрывать. Блин. Что-то не падаешь, ты когда подложены. Офигевший ты, посмотри вообще. Ни стыда, ни совести. Чё это? А. Опа. Здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно, господа, вы чё? Чё вы такие резкие-то? Ладно, уже поздно, конечно, замораживать вас. Ну, чё-то мне это прям не понравилось. Это сейчас как-то неприятненько стало так. Больненько, однако. Чё у нас тут? Ой, здрасте. Лова лапочка. Вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё вот как? Мне это не нравится. Так, мы можем опять небесный огонь улучшить. Можем взлом замков. Я прям даже не... А, нет, не можем. Может, пора взять лук в руки ваши тощие? Наблюдательность сестры позволит загодя распознать врага. Можно. Пытливый ум и умение размышлять позволит вам извлекать больше опыта, кстати, да, из происходящих событий, имеет смысл потом взять. А может быть, конечно, сейчас, но сейчас, мне кажется, имеет смысл взять все-таки что-то из навыков. А смертельный подарочек нет. Вот ловушка, кстати, пригодится, надо бы потом взять. Потом. Ослепление это штука, конечно, хорошая. Алхимия, изучение повадок. Где там было, кстати, вот увидеть слабости врага? Владение луком, так не то. Мастерство атаки. Видеть ошибки в защите противника. Ага. А, ну слушайте, это, наверное, для оружия все-таки, да? Мнимая смерть. Чердею не зазря... незазорно и мертвым прикинуться, коли это обманет его врагов. Мнимая смерть будет стоить вам 80% маны. Неплохо так.
парные стрелы, кстати. Надо брать, пока дают. Чудесно! И сейчас все в ловкости. Вот на 25 мы сможем луком пользоваться. Самым таким ближайшим. Ух ты, спокойно. Главное поймать тот... вот этот момент. Это надо подлечиться. Так. Опять золотое колечко. Знаете, вот с своими золотыми колечками, знаете, идите куда? Вот туда вот и идите, да-да-да. И что, подкидывают мне? Это прям... это была на врага, подкинут мне проклятое кольцо. Попало один раз. Ой-ой-ой-ой. Спокойно. Чё ты не умираешь-то? Господи, ещё один. Давай как Нео. Отстрел. Так, конечно, очень плохо что-то нам. Ой-ой-ой, еще один. Поэтому я предлагаю пойти поспать. Потом можно будет сходить и в Гюрит. Точнее, в деревню. И, кстати, каждый раз, когда я вот эту фигню вижу, у меня так ощущение, что кто-то стоит боком. А вот это, знаете, вот этот щит, вот эта вот голова, какой-то шлем с рогами, а это просто, знаете, дубинка на плечо закинутая. Что-то страшное просто. Так, хорошо. Пойдемте, что у нас там? Хотя мы ничего особо не подбирали, да? Только вот эти золотые кольца. Думаю, потом можно будет как-нибудь с этим разобраться. Вот, кстати, наша карта. Вот они, наши окрестности. То есть, как бы, вы понимаете, да? Неплохая такая территория для беготни. У нас, конечно, потом появятся телепорты, поэтому путешествие станет немножечко попроще. Ну так, на всякий случай еще раз обозначу. Я не проходила эту игру, я не знаю, что как. Я только вот это вот начало отбегала. Вот здесь вот побегала, прокачалась. В катакомбы сходила, выполнила квест с Морендием. Мордением, точнее, господи. Ну, как бы вот такие вот самые начальные. Которые дают понять, что тут и как вообще делается. Просто я щупала игру, пыталась понять, делать нам прохождение, не делать вообще. Потом не выдержала. И вот я здесь. Да сдохни ты, господи. Аллилуйя. А что-то я в него не попадаю-то. Замечательно. О, кушачок. Замечательно. Грибочки цветы. Надо алхимию, блин, качать. У нас тогда, в принципе, с... О. Интересно, что это? Здесь покоится Лудрак Осторожный. Он сбежал от орков прямо в лапы горного тролля. Угу. Такое ироничное у него немножечко имя. Осторожный. А, это здесь это вот крисовские товарищи-то погибли, да? Серебряный ключ. А от чего он? Так вот находишь ключ в такой игре, да? Вот и вот пойди пойми, от чего. Потому что когда я, в общем-то, первый раз запускала, да, мне никакой ключ не попался вообще. Я вообще не представляю, от чего он. Слышь, не воняет тут. Я же могу и в это самое вообще немножечко зарядить. Я же бешеный. Бешеные псы. Это я КВН недавно посмотрела. Не обращаем внимания.
показалось. Что ты материшься-то? Моя внутренняя энергия иссякла, мне надо восстановиться. Очень плохо. Так, ладно. Ой, ой, не доложила. А, так, отлично, мы можем стоять, не надо. Пауза. Надо передохнуть. Спокойно. От уставшего мага проку мало. О, попали. Отлично. Чё это сейчас было, подожди? Чё мы подобрали? Чё там было написано? Награда? Или мне проглючило? Награда. Подожди. Пойдемте опознаем. Здесь серьезно, здесь какой-то такой полурандом, потому что мне сейчас выпадают иногда совершенно не те вещи, которые мне выпадали, когда я первый раз тут что-то бегала. И это интересно. Ну, да. Рад вас снова видеть. Уверен, вы пришли не на качество моих товаров жаловаться. А, кстати, однажды я показал гному мои лопаты. Так он долго не мог выбрать, какая же лучше. Паучья награда. Яичный кинжоль. Яичный кющак. Там еще что-то вроде находило. Вот. Неплохо так. Плюс один к ловкости, три защиты. Это что? Опять какой-нибудь проклятый. Вот, не дай бог. А, у меня день. О, у меня даже денег уже нет. Нифига. Я что-то так привыкла, что у меня все есть. Паучья награда. Ну, я не скажу, что она прям очень хороша. Давайте продадим. Не скажу, что нас тут прям так травить будут. Это тоже продадим. Так, сравни мне, пожалуйста. Спасибо. И теперь опознай мне, пожалуйста, вот эту штуку. Нет, надо все-таки с опознаванием взять. Хотя, это сейчас у нас денег мало, потом станет больше. Это проклятое кольцо. Нет, вот. Вот не дай бог тоже какая-нибудь фигня. Не, нормально. Плюс 6. Ой. Стойте, выйти. Так, ладно. О, кстати, починить не буду. Помешала. И лук мой, пожалуйста, почините. И вот это вот тоже. И вот это вот тоже. Так, подожди. Я хочу тебе продать. Чё ж я хочу тебе продать? Вот, тебе сейчас топорище дам. Раз у тебя есть деньги, значит у тебя есть и зелья. Нет, давай еще что-нибудь. И сколько у меня денег? Что-то как-то нет, не хочу. Не нравится мне так. Ти-ти-ти-ти. Блин, что бы тебе отдать-то? Да. Так, 71. 107. Давайте вот это отдадим ему. И возьмем тогда. Так. Ну и чуть-чуть додадим, чё уж. Замечательно. Так, сохраняшки. Так, поножи. Почему я, кстати, не надела? Кушак. Сюда. Кольце. Псовое золотое колечко. Почему псовое? Ну, денег, чё. Что ж в нем такое? Чё ж он такой дорогой-то? Объясните мне. Я вообще не понимаю, что в нем такого. Вообще, абсолютно. С учетом того, что это еще и посох, это вблизи им драться придется. С нашим уровнем защиты. Ну как, мы же маги все-таки. У нас с этим все плохо. Смысл? Нам только лук и все. Лук себя очень хорошо, между прочим, показал, как я заметила. Так, что мы хотели? Мы хотели пойти поспать. Отдохнуть и идти дальше.
Нам, конечно... Ну, конечно, ночь. Не хотела бы, конечно, я тут ночью бегать, но... Что поделать? Ладно, мы хоть бегаем быстро, потому что на самом деле меня перемещение вот такого вот плана, вот как здесь, очень добивали в Baldur's Gate. Там так это медленно происходит. Карта тоже большая, но, конечно, не такая большая. Там все-таки были перемещения некоторые с карты на карту. Но, блин, там так долго персонаж ходит. Арканум... Вечно одно и то же. Йохан то, Йохан сё. Клянусь, я в последний раз подчищаю за ними хвосты. Посылать меня на охоту за каким-то свинюшным человечком. Не ценят они меня. Совсем не ценят. Ты ж в арканами такая же. Пахнет. Да не может быть. Если это то, о чем я думаю, значит, госпожа удача мне таки улыбнулась. Думаю, сегодня я вернусь домой пораньше. Эй, слышь, не надо. Так, так, так. А вот и наш призванный. Такой нежный, трепетный бедняжка. Я бы и рада поболтать с тобой, твоей недоящерицей, только вот дел у меня полно, орки, понимаешь ли, и все такое. Но если тебе и твои милые зверушки есть время, можешь мне помочь? Смешно. Но, боюсь, это не спасет тебя от смерти. Видит хаос, от твоей ауры просто смердит. Ладно, вытяни шею и не дергайся. Я убью тебя быстро и безболезненно. Сударь, вы вообще о чем? Какая такая аура? Что? Ты ничего не знаешь? Вот так поворот. Надо будет поразмыслить об этом на досуге. А теперь посмотрим, спасает ли незнание от смерти. Может, не надо? Стой! Придержи свою ящерицу, негодяй. О, еще утром я думал, что меня ожидает обычный рабочий день. Но тут появился сам Зандалор, и день заиграл новыми красками. Приветствую тебя, старый козел. Ужасно рад встрече. Диалоги очень божественные. Замолчи, слуга темных сил. Поди прочь. И, может быть, ты доживешь до следующего дня. Старик, ты не знаешь, о чем говоришь. Моя госпожа выпустит мне кишки, если я вернусь ни с чем. И она будет очень рада получить в подарок твою голову. В таком случае ей придется запастись терпением. В следующий раз вы с ней увидитесь уже в преисподней. Похоже, мы встретились вовремя. Дай-ка на тебя посмотреть. Да, да, да. Какое облегчение, вроде все сходится. Привет тебе, призванная. Меня зовут Зандалор. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Слушайте, сколько голосов, которые потом фигурировали в Судейке, это вообще обалдеть. Ну да ладно. Меня чуть не укокошили, что это была за тварь? Познакомься, дружок. Это был пламенный всадник. Давненько они не наведывались в эти края, мерзкие типы. Его появление оправдывает наши худшие ожидания. Значит, темный круг о тебе уже знает. Видишь ли, они с радостью сживут тебя со свету. И чем скорее, тем лучше. Для них, разумеется. Че, какой еще темный круг? Зачем меня кому-то вообще убивать? Объясни мне, пожалуйста. Ничего личного. Они желают смерти всем призванным. Потому что если кто и сможет перемешать карты этим негодяям, то только вы. Кто такие они? Ха. Долгая история. В общих чертах это культ, который привлек множество темных магов.
Почему все, кому не лень, называют меня призванной? Неужели не ясно? Потому что ты призванная, конечно. Кэп. Постой, ты хочешь сказать, что не знала об этом? Вы вообще о чем? Вот тена. Боюсь, это очень долго объяснять, а времени нет. Мне надо отыскать третьего призванного. Если темный круг узнал о тебе, в опасности и остальные двое. Очень мне не хочется бросать тебя на произвол судьбы, но, надеюсь, в ближайшее время тебе ничего не грозит. Словом, иди-ка ты в харчевню «Гномская ярость». Иди-ка ты. Я найду третьего призванного и присоединюсь к вам. А второго кто искать будет? То есть вы собираетесь вот так взять и оставить меня одну по уши в приключениях и в перспективе встретить еще одного грубияна на ручном ящере? Ну, думаю, круг не стал бы посылать нескольких охотников сразу. Они же не принимали меня в расчет. Так что не бойся, ты в безопасности. В относительной и пока что... Тем не менее, знаешь, на твоем месте я бы поспешил в харчевню «Гномская ярость». Где это твоя харчевня с яростными гномами? Сейчас чиркну тебе крестик на карте. Пойдешь вот по этой дороге на юг. Как минуешь мост и оставишь за спиной еще пару-тройку верст, сворачивай к востоку. Угу. Ладно. Слушай, а что, правда есть другие призванные? Да. Твою ношу делят трое. Мне удалось найти первого призванного. Он уже ждет нас в харчевне «Гномская ярость». А третий не понять где. Но я должен найти его раньше адептов темного круга. Ты как это мою ношу делят трое, если нас всего трое? Чё ты мутишь? Мне тут мужик, старик, вообще. Чё-то мне нехорошо, может, подлатаешь? Конечно. Так, не шевелись. Текс. Ну, как? Ништяк. Ладно, удачи вам. Если чё, пересечёмся в ярости. Ох, чуть не забыл. Есть у меня один очень полезный подарочек. А? Тебе, верно, уже встречались необычные плиты с тремя колоннами по краям? Да. На тех колоннах высечены тайные письмена. Да ну. В общем, даже если и не встречались, то ты не пропустишь и не ошибешься. Эти плиты – самые настоящие волшебные телепорты. Да ну? Когда-то с их помощью жители Ревелона скакали по этим землям, как блохи по собаке. Но прошло время, народы перессорились, телепорты позакрывали, а о быстрых путешествиях забыли. И очень жаль. Телепорты. Ты говоришь, что можно было шагнуть на плиту и оказаться в другом месте? Ну, я такое слышала, но только в сказках. Вот скажи, если такие чудеса и правда есть, зачем было предавать их забвению? Понимаешь, телепорт – вещица чудесная, однако весьма опасная. Он ведь не разбирает, чиста твоя душа или загажена да нельзя. С телепортом любой преступник может уйти от закона, а войско врага появится в самом сердце твоих родных земель. Ну да, тоже верно. Но как мне пробудить эти плиты? Телепорты включить несложно. Главное знать, как это сделать. Кроме того, тебе понадобятся свитки пробуждения. Свитки? Да. Прискорбно, но каждый народ создавал собственные свитки пробуждения и хранил их в тайне от остальных. Они очень ценны и охраняются почище золотых запасов. Угу. Я могу поделиться только свитком магов. Но даже с этой малостью ты сумеешь прыгать на огромные расстояния. А сами телепорты, где их найти? Молодо, зелено. Держи свиток с картой. Эти метки – телепорты. А на эту кляксу внимания не обращай. Ну ладно, а где искать свитки пробуждения других народов? Вот умеешь ты вопросы задавать. Об эльфийском свитке поговори с владыкой Эльредором. Думаю, что он еще захаживает в гильдию лучников. Может, Элрондом? Главное, не забудь сказать, что обращаешься к нему по моему совету. И владыка тебе поможет. Теоретически. Ладно, спасибо. Попробую поговорить с ним. Об остальных свитках пробуждения телепортов мне мало что известно. Мне кажется, какие-то сведения можно отыскать в разоренном аббатстве, неподалеку отсюда. Насельники аббатства собрали в его стенах множество записей. Но если ты решишься туда сунуться, будь, пожалуйста, осторожнее. Сейчас аббатство в разрухе и запустении, потому там развелась самая разнообразная нечисть. Ну, спасибо за предупреждение. Что же, милая девушка,
нам пора прощаться. В странствиях своих помни об осторожности. Будет довольно нелепо, если ты умрешь, не выполнив своего предназначения. Было бы довольно нелепо отпускать меня, не сказав, что от меня требуется. Тебе так не кажется? Ну, конечно. Зачем? Зачем меня слушать? Ну, ладно. Хоть бабло нам досталось этого чувака. Отыскать рубила. Хрен вам. Не будем мы ничего искать. Так. Отыскать свитки пробуждения телепортов. Зандалор дал мне свиток для телепорта магов. Он уверен, что эльфийский владыка Элоредор передаст мне свитки для телепорта своего народа. Элоредор сейчас должен быть в гильдии лучников. Зандалор также посоветовал внимательно обыскать проклятое аббатство. Там можно найти много всего интересного. Ага, конечно. Замечательно. Просто прекрасно, я бы сказала. Еще этого нам и не хватало. Ну ладненько, давайте здесь остановимся, в следующей серии продолжим, перейдем через мост, посмотрим, что как, вообще посмотрим на восточную часть этой карты и заодно на южную, посмотрим, в общем, куда пойдем, там решим. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась, у нас потихонечку начинается движуха, но она здесь будет рывками, как вы понимаете, потому что игрушка достаточно объемная, старая, олдскульная, повторюсь, опять же, и такого прям... динамичного, резко динамичного, я имею в виду, развитие событий, как, например, это происходит сейчас в нынешних RPG, тут, конечно, не будет, а здесь все будет несколько поразмереннее и поспокойнее, поэтому наберитесь терпения, все будет в свое время. В общем, надеюсь, что вам интересен сам процесс, а не только сюжет, потому что процесс тут все-таки тоже достаточно любопытный. Смотрите, какая лепота тролли. Замечательно. Первые наши два тролля. И, в общем-то, давайте здесь заканчивать. Повторюсь, надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, зовите друзей. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.